Дэнни. Привет. Спасибо твоему папке. Нашел мне номер на ночь. Да, он всегда заботится о ветеранах. Молодец. Правда, лучше бы мы ехали себе и дальше, в Юту. День еще в разгаре, а путь, ох, какой неблизкий. У папы спину прихватило. Юная мисс, разве это не обидно? Ты же взрослая женщина. Но взрослые вечно сисюкаются с девочками твоих лет, будто они дети. Точно, отец запрещает мне серьги в 14 лет. Вот и я говорю. Ты вполне в состоянии сама принимать решение. Слышал бы отец. Он просто не хочет слышать, верно? Ему хочется, чтобы ты была малышкой. Так, хотя ты-то, ты должна уже сама выбирать себе платье и все прочее. Вы что делаете? Хочу подружиться. Нет, нет, я папе скажу. Стой, стой, стой. Стой. Она не так поняла. Да не выйди. Сейчас мы во всем разберемся. Джерри, не стоит этого.